Во время зимних праздников службы быстрого реагирования работали в усиленном режиме. В этот период сотрудники комиссариата полиции Басарабяска всеми силами старались поддержать общественный порядок в городе и селах района. Но каким бы усиленным ни был контроль, без правонарушений в новогодние и рождественские праздники все равно не обошлось. Несмотря на все меры, в полиции было зарегистрировано 49 правонарушений. Было возбуждено 6 уголовных дел, из них одно умышленное нанесение телесных повреждений, 3 кражи, 1 попытка кражи и 1 случай вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. За 11 дней Нового года было зарегистрировано правонарушение с участием несовершеннолетнего. Это была кража, где участвовал подросток и 1 взрослый. У сотрудников службы чрезвычайных ситуаций Басарабяска праздники прошли без серьезных происшествий. Зато в канун Нового года им пришлось 2 раза выезжать на тушение пожаров. Одно возгорание произошло по улице Вокзальная на территории рынка в мебельном магазине. Здесь частично сгорело имущество. Второй пожар произошел в частном доме по улице Гоголя. В обоих случаях причиной возгорания стал неправильно установленный дымоход. 4 января мы 2 раза выезжали на разблокировку дверей. Нас об этом просили сотрудники полиции. Для медиков службы скорой помощи новогодние и рождественские праздники тоже ничем не отличались от будней. В сутки здесь регистрировали около 25 вызовов, но больше всего звонков от жителей района поступило 10 января. «Вчера мы зарегистрировали 36 вызовов. Это очень много по сравнению с другими днями. Самое сложное то, что у нас не работает хирургическое отделение, так как нет ни одного хирурга. Поэтому мы вынуждены отвозить пострадавших в Чемишлию. Только за выходные дни мы были там 5 раз. Это на нашем транспорте. А были люди, которые сами возили больных на личном транспорте в Чемишлию, чтобы нас не ждать, потому что много вызовов. Это создает большие трудности. И мы не можем быстро оказать людям необходимую помощь. В целом же, по отзывам руководителей служб быстрого реагирования, год начался в районе относительно спокойно.